Для того, чтобы стать счастливым и обрести вот успех жизни, да, а не просто карьеры какой-то, вот, мы должны бросить самим себе вызов. Вызов своей лености, вызов где-то своей недостаточной образованности, вызов обществу, которое говорит, что как оно будет, так и будет. На самом деле на свою жизнь можно влиять на свое самоощущение, можно влиять на то, что с вами происходит, как вы строите отношения там, и так далее. И мы для этого делаем наши курсы, чтобы этот вызов, так сказать, привел вас к тому самому успеху, основанному на навыках, компетенциях, знаниях и, собственно, практическом опыте.